Здравствуйте. Здравствуйте, девушка. Можно вас на минуточку? Предупреждение о мошенничестве на всякий случай. Там действительно зарабатывают тебя. С телефоном там вот вроде там что-то в аварию попал. Да. Считайте, а то у нас много звонит, кто говорит, там, якобы родственник умер, еще что-нибудь, деньги потребуются вас. Вы, если что, здесь номера у нас указаны, номера указаны, еще по ним сразу сообщайте. Да, спасибо. Вам спасибо. А номер есть у вас, телефон, да? Да, вот здесь в бумажке указано, вот видите, снизу. Вот, номер. Вот этот номер, да. Телефона. Вот. Да. Спасибо. По телефону, что ли? Нас предупредили. Надо быть осторожными. Понятно? Настя, видишь, документ дали нам. Надо быть осторожным. Сейчас почитаем. МВД России по Саратову информирует данные более распространенных видов мошенничества с подобным зачитателем. До сих пор излюбленным схемой обмана злоумышленников является махинация с помощью сотовой телефонной связи.